Всем привет, я Алексей Вершинин, профессиональный боец. 8 лет я тренируюсь, 4 из них выступаю в ринге. В любительском спорте я стал чемпионом мира, но мне этого мало. Теперь я решил попробовать себя в профессионалах. У меня 7 боев, 5 из них я одержал победу, и на предстоящем турнире в Одессе я держу 6-ю победу. Моим последним соперником был Максим Заплидный. Мне пришлось приложить немало усилий для того, чтобы отправить его 2 раза в нокдаун и одержать победу. На предстоящем турнире в Одессе моим соперником будет Николай Карауш, один из самых перспективных бойцов в мире в моем весе. Я не знаю, на что он рассчитывает, но у себя дома я приложу максимум усилий для того, чтобы выиграть. Keep grinding. FIA World Grand Prix Professional Kickboxing Tournament. Жора Акопян. Алексей Вершинин. Павел Журавлев. Константин Руссо. Николай Карауш. New talents and experienced athletes. The strongest Ukrainian fighters are ready to compete for the championship. FIA World Grand Prix Professional Kickboxing Tournament. Buy tickets to support them. August the 24th, Odessa, Palace of Sports, Shevchenko Square 31, Fortune favors the brave.